Депутата областной думы знаете своего, кто у вас по округу, где вы живете? Нет, конечно. Не вспомните? Нет. Нет, к сожалению. Нет, спасибо. Депутата своего знаете, вот где вы живете, кто у вас депутат областной думы? Нет. Не интересовались или не видели его никогда? Не знаю. Нет, своего не знаю. А соседнего кого-то, вот соседних избирателей? Ну, рекламу вижу. Но по имени и фамилии не вспомнить. Слуцкий, вот от КПРФ. А, ну это кандидаты в президенты. А в президенты, да. Не-не-не-не, не знаю, нет. Не знаю. Даже и фамилии не видела. Где они написаны, печатаются. Депутата своего знаете, областной думы? Не знаю, знать не хочу. Депутата облдумы, где живете, знаете своего? Ой, нет, не знаю. Так, нет. Хотя бы имя, фамилию вспомните? Не интересовались? Извините, нет. Нет. А почему? Вот от кого не спросишь, никто не знает. Вы знаете, вот иногда вешать у подъезда на стенку, вот тогда подойду и прочитаю. А депутат вот сейчас, я хочу сказать, вот сейчас будут выборы. Ну, это президентские. Но, да, это я, конечно, знаю, когда и куда пойду, в школу. И... А того, кто у вас сейчас народный избранник? А, да никогда не обращалась и не знаю. Не знаю. Про депутатов местных ничего не знаю. Депутата Саратовской областной думы, вот своего, знаете, кто у вас по тому месту, где живет? Нет. Не знаете. Не знаю. Вот очень много человек спрашивают, примерно один тот же ответ не знает. Конечно, знаю. Конечно. Почему, как вы думаете? Ну, потому что их не видно. Ни дел, ни их. Нигде не указано, ну, кто у вас. Ну, вы по Московской ходили с Чапаева? Работа есть? И депутатов не видно. Вот своего депутата знаете, где живете, нет? Ой, нет. Не знаем. Нет, не знаем. Депутата своего областной думы знаете, вот, где живете? Как думаешь, почему не знают? Все говорят, нет, не знаю. Не знаю, почему не знаю. Говорят, что не интересуются люди. Люди виноваты, что не знают. Избиратели. Вот вы как считаете? Кто виноват в том, что никто не знает? Сложно сказать, да. Не будем уж говорить ничего лишнего. Сложно сказать, да. Извините. Депутата своего знаете, областной думы, вот где живете? Нет. А как думаете, почему? Вот кого не спросишь, никто не знает. Никому ничего не надо.